Утречка, отличный денек для того, чтобы попробовать вот этого нового персонажа, ребят, особенного в Empire Survivors. Это из платного DLC. Мэнья Луначар. Ах да, на связи Чандра Ульмина. Здравствуйте. Короче, Мэнья Луначар побеждает врагов, становится неуязвимой, становится быстрее, сильнее. Далее. Перечисленное оружие получает плюс 1 к боезапасу. Как раз и обычное, и его грейд. Это единственный грейд на это оружие, поэтому именно его-то мы и берем. Особенное оружие этого товарища, и оно дебильное. Вообще какая-то абсолютно нелепая штука, которая душит. Так, что мы будем собирать? Ну, явно не это. Кнут на отхил. Кнут на отхил. На самом деле, кнут отхиливает неплохо. Единственное, что нам нужен еще второй кнут. Нужно будет тогда пустотелое сердце. В общем, шарики, видите, летают? Этими шариками нужно попадать прям по мобам. То есть вот они должны быть на мобах. Причем они именно взрываются как-то. Мы пока не поняли, каким образом. Так, из этого мне тоже ничего не нужно. И из этого мне тоже ничего не нужно. А уж из этого, как мне ничего... Серьезно, что ли? Серьезно. Кольцо молнии пригодится. Да, да, пригодится. Кольцо молнии возьму. Ой, курочка. Хорошо. А что из оружия брать? Почему ты топоры не хочешь брать? Здесь не хочу. Здесь я хочу другое пособирать. Я хочу Библию в первую очередь собрать. Так, для этого оружия нам потребуется что? Шпинат и канделябр. Шпинат и канделябр. А, для этого топоры ты хочешь взять. Согласен, согласен. Давай возьмем корону, потому что опыт, ну, правда, нужен. Это придется до шпината долго идти, как и до канделябра. Да. Ну, шпинат возьмем потом. Потом возьмем шпинат. Mm-hmm. Канделябр, если что, возьмем именно таким образом. Нам красная книга, правда, нужна будет еще. Mm-hmm. Обязательно. Без красной книги никак. Вот, 100% в базовой области. Mm-hmm. Хотя шариков не становится теперь больше. Они какой-то фигней. Ммм? Такие большие теперь эти пляксики. От них летят. Ну, короче, они стрёмные. Вон они, правда, это уничтожили этих штук. Кнут. Ну, давай кнут, хорошо. Золотые вот эти надо собирать. Потому что за них дают. Красную книгу надо брать. Угу. Так, надо убить определенное количество врагов. У нас нету хорошего оружия. Ну, возьмем топоры, возьмем. Во! Вот, мы стали неуязвимыми. Ой, слушай, может взять? Может взять все-таки? Шкатулка Торона тогда нужна будет. Да. Но это все-таки хорошо. Сильное оружие. Это очень сильное оружие. Плюс 50% в базовой области беру. Вон вокруг нас еще шарики летают. Угу. Да, вокруг нас? Угу. Вау, кстати, да, вокруг нас. Не обращал внимания. Это, видимо, когда мы неуязвимые. Наверное. А мы реально неуязвимые. Я не знаю, сработает ли это на смерть, ребят. Попробуем, поглядим. Скорость персонажа, к сожалению, ультрамедленная сама по себе. Но вот здесь он прям хорош. И надолго он тут висит? Нет. Ясно. Все, шарики вокруг нас не летают. А вот теперь снова... Бам. Ой, как... Это как крест сработало. Быстренько. Мы успели убить. Mm-hmm. Если не успеваешь убить определенное количество народу, то все а жопа. А шариками надо убивать? Да. Не знаю, кстати. Библию стоит брать. Бери. Она была хороша. Да, Библия была хорошо. Возьмем еще взрывы для нее. Они же и для молнии полезны. Mm-hmm. Пустотелое из сердца берем. Топоры, только да. К области. Что? Шарики только к области. Ух, топоры мы не можем тело. Взять. Пока что. Только в конце. Ты поняла почему? Да. Видимо, только шариками можно было взять. Видимо, только шариками. Какая она медленная. Персонаж? Ага. Персонаж жуткий. По скорости. А ведь когда-то мы так играли. Опять? Цветочек нужно убить. Быстро они резаются.
Опа! Поехали. Пока, ребят, собираем. Нам потом надо будет и за шпинатом, и за всем остальным, конечно, корона. Нужна корона. Сходим. За шпинатой, в частности, сходим 100%. Она нам нужна для прокачки. Помимо шпинаты, что нам еще может пригодиться? Канделябр, который наверху. Канделябр наверху не... Дубликатор можем взять. Дубликатор, а где он? А его фиг возьмешь, если честно. Есть проблема с его взятием, потому что это надо будет в пещеру к Оне идти. Ну, придется. Поэтому можно будет и подумать. Только к базовой области идут. Давай вот это пока. Угу. Давай все-таки меч возьмем, чтобы он фигарил. Оружие классное. Мы это знаем. Попробуем загрейдить шкатулкой Тароны. То есть нам шкатулка Тароны еще нужна. Именно нужна. Что нам еще именно нужно? Канделябру мы, допустим, можем взять, да? Я беру, беру. Я думаю просто, что нам еще нужно. Дубликатор тоже сверху. Ну, шкатулка Тароны тогда. Угу. Да, шкатулка Тароны. И все. На кнуты есть. Кнут нужен. Кнут нужен, кстати. Очень нужен. Второй имеется в виду. Пока фармим, ребят, здесь. Потом отправимся. Когда насобираем, отправимся обязательно. Кнут такой только. Ну, пока такой хотя бы. Ну, кнут, если прокачается, это будет хорошо. Топоры мы взять не можем пока. Неуязвимость, конечно, вот это бессмертие, это топ. Но на деле пока неизвестно, что будет дальше. Последний. Последний, плюс 50% к области. В итоге у нас, вон, видишь, в углах. В углах. Почему только в углах, я не знаю. Но оно на полном серьезе почему-то только в углах карты. Может, оно как-то иначе бьет? Взрывается, и вот эти взрывы, которые, знаешь, ко мне энергия идет, может быть, оно так бьется? Я не понимаю. Слушай, а правда, может, этими цветочками оно бьет? Не похоже на то, чтобы она их била этими цветочками. Не похоже. Кольцо молнии. Дубликатор еще успеем. Библию. Да. Книжка в книжке. Угу. Кнут. О, сильный был. А, ясно. Был. Кольцо молнии. Бахнет. Это очень сильные ребята. Да. Они прям очень сильные. С каким-то оружием, как у нас, да. Которое только в углах взрывает. Угу. Ну, кнут возьмем. Кнут. Надо кнут как можно скорее до хила доводить. Ну, туда. Как можно скорее. Покушать дайте. Слушай, дай поесть. Будем удачу, держи. Да дай поесть-то. Держи удачу. Кнут. Кнут, кнут. Какая она медленная. Господи. Помогите. Дайте покушать. Все, я умер. Загрызли. Загрызли. Обидно. Ну, я не знаю, как вот этих вот убивать на полном серьезе. Нам пока просто не повезло с билдом. Мы не можем собрать нормально. Кнут мы вроде собрали, а толку? Мы не убиваем. Еду не дают. Не кормят. Не кормят вообще. Жухть. Все, пережили вроде бы. Ну как пережили? Умерли один раз. Так себе переживание. Да-да. О, вышли, кстати, ниже, смотри. Угу. Дома какие-то тут. Мы идем в сторону шпината. Урон, кстати, нужен. Во-во-во, смотри, фермеры. В каждой зоне свои мобы. Это тоже здоровская такая тема. Угу. Вот мы на полях. Рисовые поля, ребят. Это крестьяне.
Шпинатина недалеко, наверняка там будет скелет. Если мы скелета вольнем, будет красная... Или сундук. Или сундук. Думаешь, сундук? По-моему, с того скелета, которого мы убивали, сундук упал. Да? Может быть. Первый раз. Скелет. Ой, как много котов! Что с ними делать? Умирать опять? В угол, их всех в угол. Уровень даже не можем поднять, самая проблема. А если и поднимаем, то дают не то, что нам нужно. Нет, ну как бы полезна красная книга, безусловно. Нам нужен просто кнут тот, чтобы хотя бы уже... Вот, наконец-то, господи, как же мы долго это делали. Зато мы теперь бессмертные, хотя бы временно. Собираем. Сундука у нас... Что-то беснуется. Да, мы... А кнут не улучшится сейчас? А я не знаю, посмотри. Улучшится. Улучшится, повезло. Хорошо, до 10 минут. Все, у нас есть отхил. Ну, кольцо молний, что делать? Дубликатор, правда, неизвестно, как мы будем брать. Сундук выпал, слушай, правда. Круто. Берем. Что дают? Все, мы можем отхиливаться. Да, наконец-то мы можем хоть как-то отхиливаться. Правда, нужен кнут покруче. Опа. Опыт. Шкатулка. Шкатулка была. Возьмем еще. Воронская. У нас опыт прям вообще не идет. Потому что мы его не собираем. Мы не можем. Нам же шпинат забрали-то? Нет, и не собираем мы его. Нам же что-то еще. Нам нужна шкатулка Тароны. Шкатулка. Помимо шкатулки что еще надо? Все? Какая-нибудь условная броня, разве что, да? Ну да. Кольцо молнии, хорошо. Условную броню можно. Кольцо молний. О! Снизу красненькое было. Под шпинатом там красное. Да и не только уже под шпинатом. Меч — это хорошая тема. Шкатулка Тарон должна быть максимально прокачанная, mm-hmm. Да? О! Вот он, наконец-то! Правда, там уже и это вышло погулять. Женщина, которая умерла, и сундук дала? Да нет, молния. Молния уже вышла погулять. А, у нас дубликатора нет. У нас дубликатора нет, я забыл. Ну и ладно. Потому что мы за ним пойдем. Да. Если пойдем. Если даем. Но придется. Выбора-то у нас нет все равно. Отдам. Так, дубликатор, значит, нам нужен будет. Там и канделябр, да? Угу. Хорошо. О, наныли, кстати, магнитосферу. Это хорошо. Так, можно нам... Опыт. Слушай, надо Библию. Надо Библию. Мы ее сможем Давай. Апнуть, потому что и она прям топчик. Матч. Уйти от них не можем. Угу. Даже не убивает с одной штучки. Да они жутко сильные. А кто здесь не сильный, да? Угу. Мы. Да. Мы нашли ответ, кто не сильный, ребят. Элитка должна быть, да? Вот она. Ничего не дала. А вот сейчас это обидно точно было. Точно элитка была. А кто еще? Не знаю, вот элитка вот была. Вот элитка была. Да их фиг поймешь, они одинаково выглядят. Да. Опыт. Условная броня, правда, была. Угу. Условная Библия еще была. Не, Библия забей. Опыт важнее сейчас. Красненькая.
Красненькая. Не сверху, там еще ниже. Красненькая. О, господи, сколько, оказывается, разных праздников понапридумывали. Благодарю за информацию. Так, а можно мне бессмертие? Спасибо. Ага. Карта. Так, карта. Хотел на взрывы взять. Хотел. Не то, да? Не это. А какая? Взрывается, ну что у-у? Я другие смотрю. Взрывается же. Хорошо. А ты что хотела? Ничего. Не это? Все, все хорошо. Это она. Вот Библия будет взрываться, молния будет взрываться. То, что нам нужно. Так, Библия. Все, мы пока временно бессмертные. Опыт на максимум. Условная броня. Точно условная броня. Или отхил. Отхил мы можем взять на карте. Меньше пальцев получай. А что ты хочешь, удачу взять? То есть предлагаешь восстановление здоровья? Нет, броню. Броню? Да. Ну давай броню, хорошо. Давай броню. Так. Теперь нужно шкатулку Тарона. Шкатулка Тарона нужна, да. Проклятие. Ага. Проклятие это на песнь маны. Мы ее пока не собираем. Она хорошая, но мы ее пока не собираем. Много надо прокачивать. Угу. Будем 9 улучшений. Да. Святой ветер. Святой ветер, однозначно. Хотя Библии осталось немножко. Ну, может быть, стоило. Ветру. Может быть, стоило. Если что, тут крест лежит. Ладно, успеем. Дубликатор. Нет, точно нет. Позволяет наносить критические удары и добивающие комбо. Шикарно. Святой ветер. Святой ветер. Нам нужно. Вот. Вот здесь критульки вот эти вот вообще заходят на ура. Этот меч выглядит гораздо круче Мурамасы. Ну, по ощущению. Мы, может быть, и ошибаемся. Но по ощущению реально круче Мурамасы. Мурамаса как-то нам... Хотя, может быть, не, это... Не, как бы хорош, но как-то... Ну, как-то... как-то нет. Сундук нужен. Есть сундук. Мы уже готовы? Да. А морально? Наверное. А где он? Выше. В полях. Вот он? Да. Есть контакт. Все, ребят, хоть какой-то отхил у нас есть. Теперь берем топоры наши любимые, конечно же. Нету у нас еще. Нету пока, нету. Курт валяется. Тихо. Я аккуратно, наверное. Угу. Красненькая. Чуть-чуть ниже. Угу. Не накопилось. Топоры? Топоры? Да. Да. Библия. 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 Теперь можно брать. Так, где шкатулка Тароны? Никогда не увидим, да? Никогда мы не увидим ее. Согласен. Бери, бери. 10 уровень. Там 12 уровней. Ого. Так, ну давай так. Ага. Так. Да, шкатулка Тароны уже никогда не увидим. Надо было ее брать. Библия. Можем? У нас. Библия. Можем. Угу. Угу. Сборник книг сталкера кидателей не надо? Ну, если хочешь, кидай, тебе никто не запрещает. Можешь кидать, но я лично не любитель подобной литературы.
Шкатулка Тароны. Все. Странно, что она не показывается. Странно. Где шпинат? Ниже. Взяли. Взяли и пошли отсюда. И пошли. Нам наверх. Как мы там будем, я не знаю даже. Там же они. Библия нам поможет. Ну, так-то да, но... Хотя Библия пока держится, да? Полетели на ускорении. Карта, кстати, вот если без шуток, меньше, чем я думал. Да. Ну, потому что написали она, ого, какая большая, а на деле она, ну, не сказать бы, что такая уж и большая. А мы еще в некоторых частях не были. Спасибо. Так. Там же замок еще где-то. Где-то замок еще должен быть, да. Влево внизу мы не были. Угу. Ну, захотели, ребят, погулять немножко, видите, погуляли. Погуляли. Там же сюда? Да. Сюда, сюда. По-моему, сюда. Там, по-моему, через пещеру какую-то надо проходить. Не через эту. Это нычка. Тут нычка. Нычка с курочкой, да. В этой стороне мы сундук. Еще не были. А что нужно? Что мы можем? Ничего не можем. Я не думаю, что его стоит оставлять. Ну, по-моему, как мы его заберем? Забирай. Не зря. Больше брони пригодится. Ну и больше урона, конечно же. Ну, точно в эту сторону? Да, а куда еще? Может быть и направо, но здесь вот видишь вход. Не были. Видишь вход. Вижу вход. И они, да? Они пошли. Mm-hmm. Мы проходит. Их не убиваем. Оно проходит. Не, оно умерло. Ну, оно, конечно, умерло, но ты посмотри на них. Это же жесть. Ужас. Мы их реально не убиваем. Это же жесть. И как нам быть? Туда нам не пройти. А нам нужно пройти, получается, через это. Будем неуязвимы и пойдем. Угу. Это не, из пещеры не выходит. Не выходит. Так, это элитка. Угу. Элитка. Была. Была. Не накопилась. Угу. Слишком быстро умерла. Ну, давай. Последняя, 12-я. И потом будем топоры. Чё, шкатулка Тарона нужна? Да. Канделябр со шпинатом. Канделябр со шпинатом. Дубликатор еще. Ой, блин, столько всего надо, если честно. Перебор. Может, где-нибудь с другой стороны зайдем? Да, там, думаешь, по-моему, пещерка поменьше. Ну, мы же до меча добирались. Шкатулка. Или шпинат. Или шкатулка. Потому что шкатулки оба было сколько. $24,000, кстати. Угу. Мы уходим в другую сторону. Мы идем к Мурамасе. Мы не дойдем, думаешь? Я не знаю. Здесь вообще ничего не понятно. Ой, там такой красивый, да. Но мы там были. В самом начале, как бы, да. А мы же один сундук там оставили, да? Как раз спустимся, потом заберем. Наверное, не знаю. Посмотрим. На крайняк просто оставим. Ничего страшного не произойдет. На крайняк возьмем карту, просто потянется. На крайняк, прям на самый крайняк, да. Мы еще не в пещере. Я еще не в пещере. А они уже идут из пещеры. Они уже. Слушай, они прям реально прессуют, то есть их невозможно здесь убить. Ну ты отхиливаешься настолько сильно, что как-то пофиг. Я-то отхиливаюсь, но не пофиг. Ты зря думаешь, что пофиг. Реально зря. Видишь? Все-таки просаживают. Немножко, но просаживают. Ты отхиливаешься же. Что? Ты же от них отхиливаешься. Это да, но страхово. Ищи. Дубликатор где-то здесь в пещере. Канделябр.
Канделябр. Есть. Забирай. Все, можно топоры качать. А выше это куда? Это за дубликатором. За дубликатором. Можно еще один на этот взять канделябр. Там, тоже. Вон на дубликатор я вижу. Ну, кстати, да. Да, нормалек. Отхиливаюсь достаточно. Я думал, будет хуже. То есть нужно быть очень сильным, чтобы сюда войти. Угу. Но РПГ составляющая, если честно, интересно. Ой, а ты что тут? Откуда он? Вот он просаживает сильно. Вот он просаживает, да. А что у нас? У нас есть? У нас ничего нет. Почему? Молния? Молния? А, да, молния. Конечно. Да, молния. Да, молния. На канделябр второй взяли? Нет. Второй канделябр где-то, здесь. Где-то там. Да. В пещере шататься надо. Что-то давно бессмертия не было. Реально, кстати, давно бессмертия. Ну, видимо, убиваем больше другим оружием, чем этим. Видимо. Надо скелета убить-то. Освежевать. Сундук из него достать. Там кто-то умер, там сундук лежит. Где? В пещере. Там призрак умер. Дубликатор. Угу. Ну как выше. Больше? Тут зайди. А чё с опытом? Ладно, берем и один, и другой сундук, ребят. Серьезно, потому что... Ну, потому что... Мы тут не выйдем. Да. Чё, шпинат пускай качается из канделябра? Шпинат, канделябр пускай качается. Да. Нам жизненно необходима магнитосфера. Просто безумно. Угу. Спускаемся. Сундук подбираем тогда. Что нам нужно улучшать? Раз, два, три. Три. Три сундука, я думаю, мы добудем за время. Да, правильно? Да, да. Мы сейчас как раз вниз пойдем. К одному из. Угу. Хорошо. Да, да. Вот туда бы спуститься, конечно. За магнитосферой. Может, реально успеем спуститься? Не знаю. Спуститься и подняться за сундуком? Успеем. Ну, шансы есть. Ну, это. 30 тысяч мобов. Вот, наконец-то. Теперь точно успеем. И обратно еще вернуться успеем. И обратно еще успеем вернуться. Да. Шкатулка. Шкатулка. Топор. Шпинат скорее, да? Шкатулка. Шкатулка нужна максимальная. Шпинат. У нас потому что... Шпинат тоже, да. Да. И канделябр тоже. И канделябр и шпинат, да. Шкатулка. 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 Канделябр и шпинат. Шпинат. Канделябр. 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 Ну и такой. Топор. Сколько опыта. Ясно. Ясно, ага. Сколько опыта. Сила, ну, надо брать то, что это у нас есть. Ну, силу возьми. Боезапас плюс один. Это очень сильно. Что ему даст? Это дополнительная книга будет летать. Не так, не проходной двор. Ну, будет еще сильней. Все. Уходим за сундуком. Нам нужно. Я только спросить. Ага. Не, ну клевая тема. Вот когда он становится неуязвимым, конечно, это топ. Где сундук? Слева. Да-да-да. Сила. Ну, видимо. Ой, классно. Вот она, ну, она. Все. До свидания. Единое решение, ребят. Теперь мы будем не увидеть. Там еще сундук лежит. Там еще сундук лежит. Да, да. До него не дошли еще. Теперь мы неуязвимы, а потом мы неуязвимы, да? Видимо. Но неуязвимость у него редко работает. Мы можем же улучшать, правильно? Да,
можно, у нас топоры. Топоры. У нас эти шарики. И шарики. А шарики можно улучшить, пожалуйста? Нет. Нет, спасибо. Сначала косы. Хорошо. Ну, как бы мы не против, хорошо. Лучшее оружие пусть будет в самом конце. Скорость на самом деле хороша сюда. Сила. Сила. Угу. Ух ты. Сила. Давай область. Так, может тогда... Нет, случайное пока шарики не улучшим, случайное не будет. Зато мы задолбаемся, да? Да ладно. Где сундук? А что, есть? По-моему, нету еще. Стоп, я же взял эту. Я не взял, потому что я был в неуязвимости, точно. Я и забыл то, что он же не собирает. Да-да-да-да-да. Кого ты взял? Кого взял? Золотой этот. А, это, да. Так, ну мы были в горах, получается, полностью. То есть мы и там были, и там были, да, и к Мурамасе ходили. Угу, и у Машки были. Мы вот слева, не, слева были, не были, и слева внизу мы не были еще. Угу. А замок мы же были, это справа, это замок. А там нету где-то еще? Там горы, по-моему, куда-то вот эти там. Это и есть гора. Другой сторону. Разве? Угу. По-моему, нет. А где мы карту видели? Где мы карту видели? Не могу сказать. Но это не для заработка денег, ребят. Катка в любом случае. Сундук с картой есть. Что? А, с этой картой. С картой локации, да-да-да. Вот и я про нее подумала. Так, что мы будем брать? Можем взять, в принципе, порез. Потому что это удваивает весь критический урон и позволяет наносить критические удары. И вот эта штука нам поможет. И косы, то есть это прям для всего буст мощный. А это для чего? И все, и все. И все, давай берем. Давай. Все, взяли и взяли. Потому что неизвестно, насколько будет легко или сложно потом. Но так будет точно не сложно. Наверное, не знаю. Но критульки... Критульки это хорошо. Галактика, не знаю. Я бы не сказал, что галактика это имба. Все-таки имба это меч. Сам. Он гораздо больше, чем галактика наносит. 22 минуты. Сундука нет пока. На какой минуте он будет, я не помню. О, сундук. Вот он. Наныл. Не дают. Главное вовремя. Да. Прикольная анимация, друзья. Так. Вот, ребят, топовое оружие здесь. Улучшенные 4 сезона генерируют дополнительный взрыв. Что они дополнительные? Не знаю. В какую сторону? Вау. Вон, смотри. Видишь? Ой. Грязь какая-то. Она огромная. В прямом смысле этого слова какая-то грязь. То есть у нас теперь центр карты залочен. Углы карты залочены. То есть мы бьем на весь наш экран. Да? Супер. Отлично. Меня устраивает. Ну, в принципе, подождем, получается, правильно? Да. Просто подождем. Здесь что? Ну, пока так, я хочу посмотреть. Вот, сила, область. Да, в принципе, тогда раз одинаковые улучшения, то можно и забить на это дело, да? Угу. Давай тогда всегда случайно. Все. А пошло, поехало прям жестко. Так, секунду. Да, в принципе, можно просто дождаться, да, конца? Да. Погоди, у нас чуть ли не в центр идет вообще. Кстати, да, взрыв есть в центре. Знаешь что? Надо будет как-нибудь, может, попробовать. Это бессмертие у нас. А, сейчас. Это бессмертие, точно. Это бессмертие. Подождем конца бессмертия, тогда посмотрим. Огонь, воздух, да, получается? Тут это земля. Земля, вода, а вот это да что? Баланс. Баланс?
Баланс? Баланс, да. Слушай, заодно это оружие поиграть просто. Вдруг оно будет реально все убивать. И... Не знаю. Ну, посмотрим, да. Сундучок. Из гидры. Из гидры, да, денежки. Денежки сразу дали, да. Все, конец. Финита ля комедия. К сожалению, бессмертие, ребят, не давалось вообще. Ну, то есть, не срабатывала эта штука. Мы не набили 100 тысяч врагов. Мы 15 минут, конечно, выжили здесь. Улучшите 4 сезона у нас дали персонажа. Это классно. Мы его обязательно посмотрим, конечно. Сьюта какой-то. Пятый элемент, к слову, нанес много. Да. Очень много. Может быть, он реально будет сам убивать? А та штучка сколько нанесла? Та штучка нанесла 11,8 миллионов. Ого. Между прочим, реально ого. Хм. Попробовать через одно оружие, через 4 сезона и пятый элемент. Ну, давай попробуем. Мы просто его же будем чисто грейдить тогда. Угу. Это хорошая тема. Единое решение нанесло, понятно, немного урона, хотя победный меч нанес столько же урона, получается. Бесполезный мусор, просто оружие, которое не стоит никогда в этом мире качать, нанесло вон 20 миллионов. А грозовая петля 12,9 за большее количество времени, к слову. Потому что это оружие помойка, просто выкиньте его. Библия так вообще. Библия, да. За большее время... Чуть больше, чем... Это понятно, что мало урона нанесло. Оно для отхила нам нужно было, да. Хотя можно другое что-нибудь взять для отхила. Чеснок? Да, можно. Короче, нового персонажа нашли. Добыли. Ого. Начинает с мечом ночи. Угу. Преображается в более сильную версию себя, когда улучшается его базовое оружие. О-о-о. Звучит интересно. И звучит прям очень интересно. Ух ты. Забавно. Это, наверное, звуки того, что приближаются к нам наши дорогие, замечательные, потрясающие, великолепные бустеры, благодаря которым-то, собственно, на канале видеосики и выходят. Присоединяйтесь к их числу, вступайте в семью. А семья — это главное? По ссылке в описании, ребята, ссылка на Бусти. Переходим и подписываемся. Вот под любым, ребят, видосом, но ссылка на Бусти же. Там даже под последними, вот под этим написано «Вступить в семью». Ну, переходите и подписывайтесь. Ну, сейчас найти сложно, что ли? Хотя даже плейлисты иногда не находят. Ну, да.